Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Заканчивается август, а значит, подходит к концу летние каникулы. Как много ярких новых впечатлений вы, наверное, получили. Кто-то лето провел на даче, кто-то в деревню бабушки и дедушки. А кому-то, наверное, посчастливилось совершить путешествие. Увидеть и узнать много интересного и необычного. Вот и мы сегодня отправляемся в путешествие. Куда? На Волгу. В древний и красивый город Ярославль. Славится этот город множеством православных храмов и святынь. Главная из них – чудотворная Толгская икона Божией Матери, которая пребывает в городе уже почти 7 столетий. Названа эта древняя икона Толгской по месту своего явления на реке Толге, впадающей в Волгу. А явилась она чудесным образом. Сейчас я вам об этом расскажу. Однажды из дальней поездки возвращался в Ярославль епископ Прохор. Близилась ночь, а путь предстоял еще долгий. Тогда епископ велел своим спутникам раскинуть шатры для ночлега на берегу Волги, как раз напротив впадения в нее реки Толги. Путники были так утомлены, что сразу же крепко уснули. Неожиданно в полночь епископ Прохор проснулся. В его шатер проникал снаружи необычайно яркий свет. Вышел епископ из шатра, и на противоположном берегу устья реки Толги, где стоял тогда дремучий лес, увидел сверкающий огненный столб. Владыка пал на колени перед этим чудесным знамением и, помолившись, ступил на водную гладь. Словно по мосту перешел он на другой берег, опираясь на епископский посох, приблизился к огненному столпу и видит, на вершине его стоит икона Пресвятой Богородицы с младенцем на руках. Образ находился на такой высоте, что до него невозможно было дотянуться. Слезы умиления потекли по щекам потрясенного епископа, а в душе сами собой стали рождаться слова молитвы. «Владычице, не забываешь ты людей своих, что воздадим тебе, какие дары тебе принесем?» Всю ночь провел владыка Прохор в молитве перед явленным образом, а наутро возвратился тем же чудесным путем на тот берег Волги. Спутники владыки стали собираться в дорогу, но нигде не могли найти епископский посох. Вечером он был оставлен в шатре. Теперь же его там не было. Догадался тогда епископ, что забыл он свой посох на той стороне реки. Хотел было рассказать обо всем, что с ним было, но от слез не мог вымолвить ни слова. Стал он указывать рукой за Волгу. Тогда спутники сели в лодки и переправились на противоположный берег, чтобы искать там посох владыки. Каково же было их изумление, когда среди лесных зарослей увидели они икону Богородицы, а возле нее пропавший посох. Вскоре и сам епископ вместе со всеми оставшимися людьми переправился через реку и узнал ту икону, которую видел ночью в сиянии Божьей славы. Опустились все на колени перед святой иконой, восхваляя владычицу. Тут же решил епископ Прохор ни медля ни минуты начать здесь строительство церкви. Первым взял в руки топор и стал расчищать место для постройки. Весть о чудесном явлении иконы в то же утро разлетелась по окрестностям. К месту явления сбежалось множество народа. За один день был возведен на месте обретения дивной иконы храм. Уже вечером епископ Прохор осветил построенную церковь во имя введения во храм Пресвятой Богородицы. Позже на этом месте был возведен монастырь. Множеством чудес прославилась Толгская икона, а особенно чудесами исцелений. По молитвам перед этим образом прозревали слепые, начинали слышать глухие, ходить хромые. Не раз спасала икона дома людей от бушевавших пожаров и затоплений. Каждый год 21 августа, в день празднования Толгской иконы Божьей Матери, на праздничную службу стекаются в Оведенский Толгский монастырь православные люди.
Многие из них преодолевают сотни километров для того, чтобы поклониться чудотворному Толкскому образу, прославить Матерь Божию и попросить ее помощи и заступления. Я прощаюсь с вами, дорогие мои, и храни вас Господь по молитвам своей Пречистой Матери, чей чудотворный Толкский образ мы сегодня праздновали.